Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как работать с направляющими. Направляющие — это такие удобные линейки, которые позволяют делать вертикаль и горизонталь, и, соответственно, настраивать и выстраивать объекты вокруг них. Вызвать их очень просто. Ctrl плюс R английская. При этом, если вы работаете на Mac, команд. Команд плюс R. В большинстве команд, когда у вас используется Ctrl, на MacBook это будет Ctrl. Команд. Соответственно, после нажимания на данные клавиши, они либо появляются, либо пропадают. Вы их увидите сверху и слева. Как их использовать? Наводите на линейку, нажимаете и тянете. У вас появляется направляющая. Точно так же можно вытянуть 1, 2, 3, 4, 5 направляющих, в зависимости от того, куда вы хотите их поместить. Как видите, они также могут быть активны и неактивны, и на слоях вы увидите их, вот они направляющие. Их можно заблокировать, тогда то, что вы будете рисовать, не будет их затрагивать. Можно разблокировать и удалить. Помимо этого, вы можете задать шкалу измерения. Это будет редактирование, установки. И здесь у нас с вами есть пункт, который называется направляющий и сетка. В данной панели вы можете задать цвет направляющих и как они будут выглядеть. Смотрите, я перевела их на точки, они стали пунктирными. При этом, схватив за уголочек и перетянув их, его в какую-то точку, вот этот уголочек надо схватить и перетянуть, вы можете поменять начало вашей системы координат. Смотрите, видите, линейки изменились. Смотрите внимательно. Я могу сделать по своей монтажной области, вот он нолик появился, а могу его сместить туда, куда мне нужно. Тогда нолик у меня будет находиться в другом месте. Это очень удобно, и когда вы работаете с очень четкими размерами, вам это пригодится. Надеюсь, данный урок был полезен. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте. На сегодня до скорых встреч. Пока-пока.